Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овны! У вас сегодня не слишком благоприятный для оформления документов день. Однако время, уделенное семье, сегодня будет проведено с пользой. Тельцы. Тельцов сегодня ожидают выяснения отношений со своей половинкой, конфликты из-за пустяков, но в течение дня они исчезнут. Старайтесь спокойно отнестись к ситуации. Близнецы. Близнецов сегодня ждет романтический ужин и любимый человек, который наконец готов к новому этапу в отношениях. Будьте откровенны и не думайте о предрассудках. Раки, у вас сегодня очень хороший день для того, чтобы начать новое дело. Не волнуйтесь, откиньте свои волнения и смело начинайте осуществлять свои замыслы. Ваши идеи не будут забыты. Львы, будьте смелее. Сегодня именно тот день, когда вы можете открыть свои амбиции. Не стесняйтесь собственных желаний. Вы вправе решать, что вам сейчас нужно. Разве это не повод начать действие? Девы, сегодня не очень благоприятный день для романтических приключений. Старайтесь избегать конфликтов со своим любимым человеком и больше внимания уделять работе. Для вас сейчас главное не задушить вниманием родных. Переключитесь на ваши карьерные успехи. Весы, у вас сейчас белая полоса в жизни. Ловите удачу за хвост и наслаждайтесь. Сейчас любое дело будет вам на руку. Решите вопросы по работе, вопрос со счетами и другие дела, которые накопились за последнее время. Скорпионы, вам сегодня лучше побыть дома, провести время под одеялом и с интересной книжкой или любимым сериалом. Вам важно сегодня уйти в себя, уделять немного внимания себе и своему меланхолическому настроению. Стрельцы, сегодня не стоит начинать ремонт. Все ваши идеи красивой отделки дома могут быть разрушены неудачным началом. Сегодня отвлекитесь на что-то менее творческое. Козероги, вы в предвкушении чего-то невероятного. Совсем скоро вас ожидает путешествие. Это путешествие станет для вас временем, когда вы сможете перезагрузить свою жизнь. Водолеи. Водолеям сегодня нужно быть осторожнее со своими высказываниями. Не выдавайте своих мыслей и старайтесь сдержать эмоции. Некоторые лишние фразы могут стать большой проблемой. Рыбы. Легкое волнение и плохое настроение сегодня будет вас преследовать. Окунитесь в работу, а вечером проведите время с любимым человеком. Вам нужно немного отдыхать со своей половинкой. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.